Всем здорово, и вы снова на нашем канале. И сегодня нам пришла вот такая ферма бабочек. Вот они, бабочки, сами куколы, куколки бабочек. Вот мы заказывали баттерфлярий. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас будем высыпать гидрогель. Потом мы будем наливать 0,5 литров. Вот сейчас мы вам все покажем. Смотрите, сейчас будем высыпать. Высыпаем гидрогель. Дальше мы выливаем 0,5 литра воды теплой. Теплой водички. Начинаем выливать. Вылили водичку. Теперь должно вот это все набухнуть, весь гидрогель. Теперь ставим вот такую подвеску, на которой должны висеть куколки бабочек. Мы сейчас их развесим. Начинаем сейчас развешивать их. Смотрите. Это куколки бабочки, бабочки Троидис. Такая куколка большая. Троидис. Куколка бабочки Балины. Она уже скоро вылупится. И мы тогда снимем продолжение вам. Смотрите. Вон еще одна куколка. Это куколка бабочки Лови, кстати. Еще одну мы вам куколку повесили новую. Это куколка бабочки Полит. А это уже Полинура. Это Румянцевый. Это куколка бабочки Полит. Это куколка бабочки Дималей. Мы сейчас ее вешаем. Куколка бабочки Сильвия. И куколка бабочки Лови еще одну нам такую доставили. Это тоже Дималей куколка. И тоже очень красивая бабочка Белянка. Вот такие куколки у нас были в сегодняшнем ролике. Смотрите, мы их все повесили. Когда мы заметим, что первая бабочка будет рождаться, мы сразу же снимем вам. Всем пока-пока. Вы были на нашем канале, ждите продолжения.